Общественный транспорт региона участвует в акции «Зима в Подмосковье». Химкинские автобусы также забрендировали специальными наклейками, остановки – баннерами. В новогодние каникулы жителям региона предлагают отправиться по городам Московской области с интересной историей. Чтобы добраться до исторических и культурных достопримечательностей региона, жители и гости Подмосковья смогут воспользоваться маршрутами Мострансавто. Перевозчик обслуживает больше 150 единиц транспорта. Они проходят рядом с историческими, природными и культурными объектами Московской области. В Химках это канал имени Москвы, усадьба Середнякова, арена Химки, парк имени Льва Толстого и многие другие.